Кто такой Господь? Значит, кто такой Господь? Конечно же, под словом «Господь» мы подразумеваем господина, который не только господин над каким-то коллективом или над какой-то общностью людей, который господин над всей Вселенной и вообще все, что мы только можем видеть и слышать и ощущать в этом мире. И Господь – это тот, который не только господин над этим всем тварным миром, но он и создатель этого тварного мира. И, конечно же, за словом «Господь» подразумевается Святая Троица – Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Мы именно Ему поклоняемся, и в Него мы и крещены, собственно, Святой Троицей. А когда мы молимся, вот мы называем там «Отче наш»? Бог Отец. Отче наш – это Бог Отец. То есть, а если я к Господу обращаюсь, то это я обращаюсь ко всем трем? Да, да, Господи. А если Господь Иисусе Христе, то мы обращаемся ко второму лицу Святой Троицы. А если души святые, Дух Святый, мы обращаемся, естественно, к Божьему Духу Святому. Царю Небесный, Утешитель души истины. Это Дух Святой.